первомайский праздник Слободзеи запустили фонтан влюбленных. В городском парке часто гуляют молодежь и семьи. Фонтан – это новая достопримечательность города и место встреч. На празднике в Слободзее побывала Алина Ганган. 3, 2, 1. Загадать желание на счастье и любовь. Теперь это может сделать каждая парочка Приднестровья, которая приедет на аркадный комплекс в Слободзее. Здесь сегодня, в первомайский праздник, открыли фонтан влюбленных. Ну, она сама напрашивается, чтобы так назвать, фонтан влюбленных. Поэтому тем более, что здесь очень много людей молодых, которые отдыхают. Это то место центральное, где вот они, люди ходят вечерами, отдыхают просто для того, чтобы развлечься. Да, для детей очень большая радость. Для них это что-то новое, особенно для малышей. Они очень рады видеть этот фонтан, открытие. Им очень нравится. Раньше ездили в столицу гулять, как-никак. У нас, к сожалению, на тот момент не было еще ничего из этого. Но на данный момент все реже уже едем в столицу, больше гуляем здесь. Свободи. Конечно. Хорошо нам. Дай Бог, чтобы всем так было. Хорошо. Почему хорошо? Любуемся фонтаном. Как наподобие озера. Только лебеди не хватает здесь. Пришли там все смотреть, фонтан. Да, фонтан открыли. Теперь вместо встреч будет фонтан. Да. Сегодня в Слободзее награждают самых лучших работников, лучших в своей профессии. Это и водители, и учителя, и директоры, и воспитатели. Рядом со мной Алена Юрьевна, воспитатель Центра развития ребенка. Как заслужить вот этого самого лучшего в профессии? Как нужно работать? В первую очередь надо очень любить свою работу, любить детей, относиться с уважением к родителям, к их пониманию, к их детям. Каждому ребенку находить свой подход. Сейчас очень дети все индивидуальные. Но дети с каждым днем нас радуют своими успехами, своими победами. Детский сад – это у нас работа, где мы даем всю частичку своей души для детей. И они нас этим подпитывают. И мы это видим от детей, которые сегодня выступают. Сегодня и показ самых стильных нарядов, и песни, и самые зажигательные номера самых маленьких ребят, и народные танцы. Украинские, русские, молдавские, болгарские, цыганские. 1 мая по традиции – это праздник и солидарности трудящихся, и солидарности практически всех народов, которые проживают в пределах нашей республики. Поэтому дружба – это действительно дружба и между народами тоже. Поэтому мы представляем наш ансамбль. Очень часто представляет на концертных площадках культуру, многонациональную культуру нашей республики. Фонтан влюбленных в Слободзее стал еще одной достопримечательностью города. Теперь это будет место встреч для молодежи, излюбленным местом прогулки семей. Алина Ганган, Игорь Мацота, ТСВ.